Доброе утро всем. Только встала, в общем, такая физиономия. Еще пока сонная. Дело в том, что сегодня День матери, 10 мая. И, в общем, мои мужчинки мне оставили подарочки. Ну, знаете, как из серии смех и слезы. Сейчас я вам покажу, что мне муж подарил. Выглядит, конечно, все очень красивенько, такое все миленькое, нежненькое. Вот это сынуля подарил, это подарок от мужа. Вот они еще открыточки прилагаются. Здесь сынуля желает, чтобы мамочка наконец-то выспалась. Мне больше всего умилило «отдыхай». Знаете, как приказ «отдыхай». Вот, ну да. Сейчас у нас русский, конечно, страдает, но мы читаем книги на русском. Ну, пока не хочу его сильно нагружать и русским, и английским. Пусть он английский уже хорошо, нормально как-то с ним освоится. Но русский не забываем, он читает, но не пишем. Надо будет возобновить. Вот, а это от мужа, вот такая открытка. Вот она вышитая здесь. Там очень такие слова приятные. Вот. Ну, в общем, все красиво, так нежненько. Значит, что сынуля мне подарил? Сынуля на свои денежки, вот он купил вот эти пакеты, открыточку и авокадо. Он набрал мамочке авокадо. Он знает, что я их очень люблю. И вот мой дед накупил мне этих авокадо. У меня ж ты солнышко, Зирочка мамина. Украсил уже все. Ну, здесь это да, это принято у них все эти украшалочки. Все очень красиво. А вот это муж. Начиналось все очень красиво, да? Тоже такая красивая упаковка, пакетик с звездочкой. И вот такой подарочек. Это пару дней назад тут. У нас и погода очень сильно менялась, и у меня были не очень приятные, скажем так, события в жизни. Я перенервничала сильно, и что-то мне сердце прихватило. Я мерила давление и сказала, ой, уже очень-очень старый тонометр у меня, я уже не знаю, лет 15-20, наверное, ему. Говорю, надо бы поменять. И вот мой милый мне на День матери прикупил тонометр. Девочки, я не знаю, смеяться или плакать. С одной стороны, хорошо вроде, когда человек услышал мимоходом, мимолетом, и вот как бы тут же и взял тебе. То есть, что он не пропускает мои слова его ушей. Но с другой стороны, елки-палки, это что же уже я такая древняя, что мне вот тонометры дарят. Представляете? Идет еще, конечно, один подарок. Мы заказали его на Амазоне, и будет он только 19 числа. Поэтому видео уже буду собирать все вместе после 19-го, когда придет эта посылка, чтобы уже показать все вместе. Там он, так сказать, реабилитировался. Все равно этот вот тонометр как-то заставил меня задуматься. Надо что-то решать. Надо как-то молодиться, что ли. Вот. Ну все, теперь буду ждать посылку, как только получу. Вместе распакуем и покажу, что еще, так сказать, мне причиталось на День матери. С праздничком вас всех, дорогие! Будьте любимы, цените себя. Это, конечно, приходит с годами, когда ты понимаешь, что да, есть тот человек, который будет принимать тебя такой, какая ты есть. А тебе будет хотеться что-то в себе подкорректировать, если ты понимаешь, что это твой недостаток, да, там вспыльчивость или обидчивость или еще что-то. В таком плане то, что ты можешь откорректировать, то ты будешь это корректировать в себе, потому что тебе будет хотеться сделать это для человека, который достоин этого. Поэтому желаю вам всем достойных мужчин рядом и любящих детей, которыми мы можем гордиться, на которых мы можем рассчитывать в будущем, что они порадуют нас своими успехами, своим счастьем. Что еще может быть важнее для матерей, да? Счастье их детей,
здоровья и счастья их детей. С праздничком, ждем посылочку. Ну что, как в фильме «Человек с бульвара капуцинов», я хочу монтаж. Посылочка наконец-то пришла. Шла она где-то в районе недели. Понятия не имею, в каком состоянии это все пришло. Сейчас буду открывать прямо при вас. Вот это второй подарок мужа на день матери. Первый вы видели. Сейчас вот посмотрим, как он решил реабилитироваться. Это шутка, конечно. Мне очень приятно было то, что он услышал мои слова, сказанные, знаете, так вот, мимолетом. Так, ну посмотрим, в каком состоянии коробка. Вроде бы выглядит нормально. Не убитой, да? Углы все на месте. Сейчас посмотрим, что внутри. Потому что, несмотря на то, что это типа Amazon рекомендует, были и отрицательные отзывы тоже по этому товару. Так что я, конечно, переживаю. Сейчас посмотрим, откроем коробочку. Посмотрим, как все происходит там. Здесь вот такая вот подложка. Так, все вместе с вами вижу первый раз. Здесь инструкция. Хотя некоторые писали на канале, что пришло без инструкции, без ничего. А, подождите, писали, что на английском. Нет. Ну, насколько я вижу, здесь все на английском. Да, инструкция на английском. Так, это что такое? Ага, здесь тоже снова таки инструкция, как пользоваться. Вот. И вот, собственно, сам прибор. Что это такое? Это наши драгоценные токи Дарсанваля. Сейчас я хочу посмотреть каждую из этих вот насадок, потому как многие писали о том, что приходили битые. Сейчас проверим. Так, это расческа. Так. Сама тоже переживаю сейчас, потому что вот только открыла посылку и только ее рассматриваю. Сейчас в обморок от переживаний упаду. Это еще одна из насадочек. Так, что это у нас? Это точечная насадка. Каждая насадка вызывает у меня стресс. Здесь вроде пока ничего не крутится. Пока. Сейчас я эти тоже проверим. Вот эти вот штучки. Так, там еще, по-моему, одна насадка. Так, ну-ка. Да, еще вот такая лепесток насадка. И, собственно, сам этот механизм, на который насаживается. Вот такая штука смешного вида. Так, еще меня интересует вопрос, как они там крепятся. Ну, опять-таки, по отзывам было, значит, и там некоторые даже видео сбрасывали, что вот эти вот насадки, когда вставлялись в машинку, они ходили ходуном. То есть вот я пробую сейчас. Вот она вошла как бы туда, да. Сейчас я попробую. Вот так она вытаскивается. То есть определенное усилие нужно прикладывать, чтобы вытащить и засунуть ее. Вот. Сейчас я все проверю на всякий случай. А случаи бывают всякие, правильно? Конечно, это все стеклянное, вот эти трубочки, насадочки. С ними нужно быть крайне осторожными. Вот они. Так, давайте возьмем, наверное, самую маленькую вот эту вот насадочку. Сейчас я проверю, во-первых,
Где здесь оно? Ага, на нуле. Отлично. Я потом вам покажу сзади, как оно все расписано. Так, до упора. То есть оно, контакты там должны соединиться. Теперь по чуть-чуть подключаю. Я, наверное, включу сейчас маленький. Видите, как я боюсь? Ну, сейчас я ничего не чувствую на такой силе. Ага, вот я начала слышать этот характерный звук. Вот, видите? Да, это есть. Есть легкие покалывания. Но это я сделала где-то на, ну, даже не на серединке. Нет, вы знаете, я на полную мощность, наверное, все-таки боюсь. Да, чувствуется. Не знаю, видна ли будет это. Там маленькая пробегает искорка. Я ее даже вижу. То есть, ну, в принципе, вроде бы как это точечный. И запах чувствуется. Окей. Это мы проверили. Значит, следующее. Сейчас я попрошу сынулю, он мне его отключит. Включи, пожалуйста, я покажу ребятам, где находятся переключатели этих скоростей. Да? То есть вот он, переключатель. Я начала на нуле. Вот оно отключается полностью, потом переключается, и там идет мощность заряда. То есть это мы с вами посмотрели. То есть, слава богу, все пришло укомплектованная, рабочая. Но еще какой вопрос. То есть по отзывам многие пишут, что вот типа там месяц или три проработал, там два раза в неделю пользовались ребята, и потом просто перестал работать. То есть в этом вопросе я пока ничего, никаких отзывов дать не могу. Машинку эту я давно хотела, потому что когда-то давно я проходила курс Дерсенваля для кожи головы. Это мне нужно было для моих сосудов. То есть сейчас, вот для этого специально тоже есть такая же расчесочка. То есть я прекрасно помню, как я это делала у нас в 56-й клинике в городе Днепропетровске. Вот, я говорю, прекрасно помню эти звуки и вот эти вот разряды на моей голове. Вот, ну, посмотрим, как действует. То есть теоретически это должно подтягивать наши вот эти вот отвислости. Вот, естественно, разглаживать морщинки всякие там и уменьшать немного поры, потому как воздействие вот этих вот токов, они улучшают, короче говоря, состояние кожи. Ну, не знаю, посмотрим. Спасибо, конечно, мужу за подарочек. Вот так это выглядит. Вот, ну, опять-таки, это у вас там будет все вверх тормашками. В общем, обещаю, что где-то, давайте так, месяца я буду пользоваться как можно чаще, чтобы если уже оно поломалось, то раньше. Чем раньше, чем лучше, чтобы была возможность отправить назад. Возврат бесплатный, насколько они указали на сайте. Вот. Ну и скажу, расскажу вам по своим ощущениям, нравится, не нравится, есть эффект или нет. Ну, посмотрим. Ждите следующих видео. До связи.